рассматриваются разные варианты. Первый вариант – это компенсировать за территорию гостиницы «Парус» каким-нибудь земельным участком равноценным, который находится в черте города. Вариант второй – за денежные средства с городского бюджета саму территорию выкупить у собственника. Кто смотрит Discovery, видите, у них есть там целые передачи про то, как они взрывают какую-то трубу на каком-то заводе, а гостиница «Парус», то есть для них действительно был бы интересный объект. И в процессе нашего переговора они сказали, что не готовы рассмотреть вариант.